Сейчас я делаю диагностику. Я взяла медные палочки в руки. Включаю программатор. Смотрите, вот у меня компьютер. Вот сама диагностика, такой приборчик. Я здесь выбираю, в программаторе выбираю себя. И мы сейчас посмотрим с вами экспресс-тест. Буквально, смотрите, за минуту вы сейчас просто удивитесь, что происходит в мире. Я включаю. Вот, смотрим сюда внимательно. Пуск. Я беру в руки медные палочки, включила, процесс пошел. Обратите внимание, вот здесь вот показывает, что сейчас меряется. Венозная система, правый отдел, артериальная система. Видите, да? Замер органов, гайморовые, фронтальные полости. Не успеваю даже читать, как быстро все меряется. Гипоталамус, гипофиз, тимус. Щитовидка. Вот так вот сейчас быстро все мерится. Потом мы посмотрим показатели по моему организму. Плюс мои витамины на данный момент. Плюс посмотрим мой биологический возраст. Посмотрим мои чакры, энергетику, психосоматику. И плюс маркеры. Маркеры — это то, что мой организм перегружен чем-то. Например, вот я смотрела недавно, дрожжи. Мне сейчас вообще не в масть. Плюс эти ешки. То есть мой организм на дрожжи и на ешки, ну, реагирует негативно. Ну, похоже, просто перегрузка, как говорится. Так как сейчас везде добавляют эти ешки. Вот, и это все влияет. Так, сейчас 70%. Буквально вот осталось чуть-чуть. И 74, 77. Замер органов. Глотка, пищевод. Матка. Мочевой пузырь, яичник, яичник слева, почка, суставы рук справа. Вот это все мы сейчас смотрим, наблюдаем. И вот 98%. И та-да-да-дам! Все, я снимаю с себя приборчик. Снимаю. И смотрим сам отчет. И мы видим то, что я померила сейчас, вышла в отчет. Кровеносная система синенькая, пищеварительная, бронхо, мочевая, эндокринка, иммунные органы головы, двигательная система, лимфатическая система. Ну, как бы все у меня сегодня как-то слабенько, видите, потому что я вчера поздно легла спать. Вот я очень чувствительна к этому делу, все сразу понизилось. Ой-ой-ой. И поела вчера тоже не то, что нужно. Вот это мне все сказывается. Так, и самое негативное, что сейчас выходит на первый план, суставы рук, миндалины, почка, почка. Странно, легкие справа, надо же. Двенадцатиперстная, бронхи справа, селезенка. То есть вот это вот как будто у меня здесь что-то поднакопилось, слизь или что-то еще. Вот, можно такую тоже диаграмму посмотреть, поизучать. Очень много чего можно наблюдать здесь. Энергетика тоже слабенькая. Сегодня у меня 14,5 показано. Вот, вот такая вот аура. Это не очень хорошо. Желательно, чтобы все-все было. Все. Зеленого не хватает, видите, голубого, синего. Так, простейшие. Кто тут у меня друзья живут? Все, что свыше 75, только смотрим. Все остальное не обращаем внимания. Так, ну, есть, возможно, какие-то нарушения, предполагаемые изменения, целый список. Один год разница. Витамины, в принципе, нормальное усвоение. Видите, такой оранжевый цвет, это средняя усваиваемость в процентах. Ну, зеленый, конечно, еще лучше. Бывает, что и зеленый показывается. Смотрите, что мне тут написали. Отягощение тяжелыми металлами второй степени, пищевыми добавками, токсичными остатками пестицидов. Ну, правильно, я тут только ем эти все фрукты, овощи. Потом повышенное содержание в организме кобальта, меди, молибдена, мышьяка, никеля. Господи, мышьяк-то откуда? Хром, цинк. Ого. А я цинк вроде пью иногда. Но я сейчас не пью, я сейчас себе все меряю, что мне подходит, что нет. Нехватка заменимых кислот. Список. Маркеры реактивности, то есть то, что негативно влияет в организме. Например, данный маркер тестируется в случае реактивности
отношении хлебных, пивных дрожжей, грибов и белого сахара. Представляете, вот это мне, значит, вообще не в тему. То есть на этом развиваются какие-то аллергические реакции. У меня иногда бывает, я чихаю иногда. Данный маркер 8 тестируется в отношении арахиса, кешью и орехами в целом при нарушении выделительной функции поджелудочной железы. Ого, представляете? То есть орехи тоже повышенно не есть. Вот такие маркеры тоже показываются. Плюс я еще сегодня проверила, насколько мне заходит... заходит добавки, биодобавки. И также вот еда, видите, у меня здесь... Проверка по еде. Положительный список, нейтральный, отрицательный. То, что плохо влияет, убрать. Нейтрально можно питаться. Положительно можно усиленно питаться. Это будет в пользу, в пользу. Вот такая интересная тема. Еще можно померить, как какой-либо препарат влияет на нас. Но это уже тоже отдельная тема. Вот. Если кому интересно, обращайтесь, пишите.